Хайо, гайс, мишимки, мы продолжаем проходить игру под названием Индия Калипс. Короче, это у нас история Итана. Аккорды лукавого. Поехали. Их, это ж черный экран. Дэйв Мустанг. Так, ты еще что-то работал, чувак? Не думаю, что зарабатывать на жизнь музыкантом очень сложно. Но у тебя получилось, Мустанг. Ультра Дэд была очень популярной группой 25 лет назад. Да, братан, мы были рок-звездами 1994 года. Так о нас писали в журнале Metal Us. А теперь что? Я директор музыкальной школы для детей. Дурацкая общественная работа. Это вовсе прикольный судья виноват. Хоть-то мне и плевать, но... Что ты натворил? Это уже не твое дело, чел. Тебе более кому вообще хочется здесь работать. Я не говорил, что мне хочется работать. Мне тупо нужны деньги и... починку своей квартиры. Ты играешь на клавиатуре? Вау, это... А попьяный чувак? Я потерял белую клавиатуру и ремешок в среднее апокалиптического соло. Ты также, кажется, стоящим, Нейтан. Итан. Неважно. Не знаешь, я Так, ты напоминаешь мне меня, когда я был современным метал-ребенком. Все-таки я дал тебе шанс, мало. Дам. Если ты умеешь нормально общаться с первоклашками, то ты принят. Ну ладно, приятель. Слышь, чувак, я действительно заставлю тебя учить мамлят. По-крутому. Провести первый урок. Теперь пошел прочь из моего офиса. Пора играть рок. Вау! Золотые и платиновые пластины. Награда. Золотая пластина. Группа Ultra Dead за наилучший альбом Дьявол и ушной барабанная. Вау, круто. Да, альбом разошелся тиражом в 200 тысяч экземпляров. Раньше люди тратили свои деньги на пластинки, когда же вернутся эти старые добрые времена. Чего ты ждешь? Автографа? Фигурка рок-н-ролла! Так, класс для первоклассников находится в другом конце коридора. Но как я могу преподавать уроки музыки без этой клавиатуры? Если бы я мог ее починить, неважно как, но надо раздобыть новый ремешок и белую клавиатуру. Кухня школьной столовой. Ну и холоднище. Он настолько громадный, что можно туда запихнуть непослушных этих крысенышей. Чё ты тут селяешься, малой? Селяешься. Житное дело, хочешь, чтобы тебя в духовку я засунул? Не-не, ладно, я славю, тише, псих. Чего? Жирный кухонный стол. Фу, ну мерзость. Тут что, трудно эту всю грязь отмыть? И когда инструктор здорово заходил сюда в прошлый раз. Кастрюля. И что он делает? Нихуя не понял. Ладно, плевать. Чужой рундук. Бутылка от Power Up. Ну а такая детям точно можно пить? Эй, пацан, это класс первый? Ну да, сэр. Вы у нас подмин-учитель? К сожалению, да, эхем. Скоро начнется урок. Предыдущий подмены даже 20 минут не выдержал. И выбежал весь в слезах. За инфу спасибо, теперь к уроку готовься. Ха, думаю, будет нам с тобой весело. Наверное, плевать. Ай, мои зубки.
Упс. Думаю, он просто притворяется мертвым. Стойте, из-за размера он совсем для моей клавиатуры. Где мои зубки? Не понимаю, о чем ты говоришь. Цвет ужасный, но в качестве ремешка сойдет. Я готов научить этих детей музыке. Ты не похож на ученика? Ники Неон. Ну так и есть, чувак. Я Ники Неон, учитель продвинутой метал-рок скорости. То есть, учу я гранж, а ты? Тебя сейчас испытывают мустанг? Типа того, вроде собеседование пока какое-то стрёмное. Подожди, он говорит в другом... Я не знаю, кто он такой, и так, знать особо не хочу. Пора возвращаться. По-любому, какой-то знаменитый музыкант. Я готов научить этих детей музыке. Follow the Cater. Зачем так сложно? Три. Один. Два. Один. Два. Два. Проиграл? Ну понятно, здесь каждый будет петь. Три раза, да? Нихера себе!
Не, мне нужна ручка. Вот это я не запомню. Вот это, блядь, пиздец. Нахера так сложно создавать? Ладно, здесь нарисуем. Ну, если что, там было... Вот и все. Я не успел записать. Я даже не знаю, как это записать. Ебануться. Да уж. Да, я уже ошибку допустил. Сука, это не то было. Три. Зачем я вообще на красного нажал? Как это сложно? Ну как это не сложно, а запомнить довольно тяжко. Именно тот момент, когда был последний, как я понял. Три. Один. Ага, с синего начинается, я понял. Пять, шесть, пять, четыре, три, четыре, пять, два, три, четыре, три, четыре, пять.
ладно, урок окончен. Да. Ну, было неплохо, хотя ваш музыкальный слух убогий. Но это пока что. Но вы все вели себя прекрасно. Теперь можно Мустангу передать хорошие новости. Привет, чувак. Как прошел твой первый урок? Дети любят меня. Ты за языком следи, а то как Майкл Джексон. Так выразился, дело на суд кончилось плачевно. Вау. Раз ты же смог проявить себя, я хочу попросить еще кое-что о чем сделать. Видишь, у меня спина ноет, чувак. А у меня заканчивается особое лекарство, понимаешь? Мой поставщик обычно работает в переулке за школой. И твоя миссия — принеси мне мои медикаменты оттуда. Ясно, твой поставщик медикамента работает в переулочке за школой. Без вопросов и кавычек, достойных им, их не используют. Отец Усборд, парень великий. Он тебе понравится, приятель. Он раньше в группе играл басистом. Его риф... Так, рифы были бесплатны. Путешествие в седьмой слой ада. И однажды... Вау! Он начал мямлить про то, как он видел свет. Он сходил с ума. И у него все еще есть самые лучшие медикаменты. Давай, шевелись. Подведи меня. С этой болью я даже мыслить не могу. Притащи медикаменты и без них не возвращайся. Ну, это, короче, походу тот дядька, которого мы видели за... Вы помните. Эй. А? А что случилось, дитя мое? А ты случаем не поставщик Дэйва? А почему ты... кавычки туда вставил? Ты коп или что? Нет. Разве я похож на копа? Ладно, промолчу. Ладно, если Дэйв тебе сюда послал, он, наверное, доверяет тебе. Он попросил притащить особые медикаменты. Без кавычек, пожалуйста, прошу. Видишь ли, я бы дал тебе лекарство, Дэйва, но у меня возникли проблемы. И дай угадаю, как и всем другим, тебе понадобится моя помощь. Все о моей церкви приходит экуменический новичок и изолированных двух. У нас кончаются поданные, пожертвования сокращаются. Если так будет продолжаться, Ватикан отличит меня от церкви. Я лишусь лицензии преподобного. Проповедника. И снова в душе идти в грехе. Будет трагично. Распространи слово Господне ученикам школы. Освободи их от тьмы и искушения. Обращай их всех. Обрызгай их святой водой безжалостно. Замочи их в чистоте. Окей. И звучит очень упорото. Но я это все уже сделаю. Дай мне эту благосклонную фиговину. Вот, святой разбрызгиватель и пузырек со святой водой. А теперь выходи и во имя прихода экуменического новичков изолированных духов выполнит цель. Бывшая рок-звезда видит свет и работает с детьми. Рок-н-ролл официально мертв. Так, теперь мы, короче, будем, как я понял, прыгать чем-то. Супер 3D. А, да ладно. Это что, Вольфенштейн? Ой-ой-ой, камеру ёбнул. Замечу, что это... А у меня ограниченное количество!
Я вас понял. Да ёлы-палы, серьезно. Это сложно. Монах, я его слышал. Он меня соплями обрызгал. Так, там слишком много проходов. All you need is love. Окей, я типа нашел святого мужика, который восполнил мне ХП. Ну типа ХПшка, да, тут везде валяется, но у меня заканчивается святая вода с пост. Твинкл. Жалко, что здесь нету секреток. Вот были бы секретки, я бы еще поставил большой лайк игре. Монатик, он через стены ходил. Все, дети теперь страдают от ПТСР. Теперь дай, что обещал дать. Великолепно, мальчик мой. Я знал, что ты меня не подведешь, и я вижу свет в твоей душе. Он такой мощный. Снова под наркотой, папаша. Наверное. Но я слово держу. Передай Дэйву, что за старые времена. Уф, ну и вонь. Теперь уж точно надо в офис Дэйва вернуться. Я не знаю, кто он такой, и знать особо не хочу, пора возвращаться. Бывает еще почему-то кнопки, стрелочки, ну вот на клавиатуре не срабатывают как надо. Вот, мистер Мустанг. Вот ваш медикамент, точно нелегально найденный. Суперский чувак, я знал, что мог на тебя полагаться, Нейтан. Итан. А, понял. И хочу еще кое-что попросить, Итан. Потащи это все дело нашему повару, Лэмми. Он единственный знает, как с этим медикаментом правильно обращаться при создании моей... вливки. Вливки? И этой хренью по сей день пользуются... Для наркоты? Уху. И где мне это искать? На кухне, кстати, ключи хватай и спеши, чувак. Как бы то ни показалось, но мне еще более становится без этой вливки. Ты, наверное, должен быть повар Лемминг. Кто спрашивает?
Ты чё, блядь, коп, что ли? И без сомнений, ты чел группы Ультрадед. Стой, ты знаешь Ультрадед? Ну ты и удивляешь. Ведь ты ещё молод, а знаешь многое. Да, как же мне вас не знать? У Мустанга там не офис, а целый музей наград золотых. Наград золотых, сделанных из говна. Все же знают, что Ультрадед скатилась. И это все из-за дискредитюр в нашей музыке. Они украли наши деньги. Даже сам Дэйв нам это сказал. Если будешь тут ржать надо мной, то вали отсюда нахер. А не то ты, блять, в меня попадешь разъяренный, как сука. Заинтересуйся Ламингом. Дай обмануть тебя. Дэйв обманул тебя. Так, поговори про Арги Ультрадед, не хочу. Кстати, Дэйв хочет, чтобы ты сварил эту особую бурду. Папа Осборн передал мне зелень. Ах, тот мудень старый всегда добывает лучший кафт. Как он тебе, кстати? Все еще просвещен? Думаю, да, если еще не увидел свет, значит скоро он увидит. И когда увидит, его ударит током, и он прожарится как комар. Ха-ха. Так, та-та-та. Как долго ты работаешь здесь поваром? Лет уже 50, когда Ультрадед развалилась, я провел некоторое время в группе Регетор. Но дело было разное. После того, как Ультрадед скатились, я каждую ночь спал в разных городах, обычно в модных отелях. Теперь я живу в шкафу, где обычно лежат кастрюли и сковородки. Только Дэйву не говори это, а то он заставит меня платить за проживание. Не собирался, и мне тебе и сковородок жалко. Расскажи мне о оргиях, которых Ультрадед устраивала. Это все лажа? Или, конечно, правда, и длились они без конца. Мы также побили несколько рекордов Виннерсов, рекорд Гиннесов. Помню, одну ночь было нас 15, и два драмадера оказались в бассейне отеля. Как магия какая-то. Ну и кого это... Так, и кого или что эти драмадера... Не знаю слово. Да какого черта ты мечтал трахнуть? Значит, мне нужно сказать, что его обманули. Я думаю, что Дэйв обманул тебя. Ультрадед, ты была номер один, но в 1990-х. О чем ты мляешь? Дэйв соврал куш на футболках и остальном мерчендайзере. Боюсь, что распределение было далеко не справедливым. Ты в порядке? Я... Леминг, хватит с копками тут разбрасываться. Возьми же ты себя в руки. Этот наглый сукин сын. Старый, блять. Так, в рот ебаный. Наврал, блять, что банда якобы скатилась. И денежка у нас нет. Но нет. Такой мне, блять, зэнд не нужен. Прежде чем ты совершишь свою месть, не мог бы ты приготовить настой? От него же моя работа зависит. Я убью тебя, Мустатанг. Я тебе вору такое сейчас дам, что пожалеешь, что передал. Я выну зубами твои кишки, и я ими твой труп как... Труп так трахну, что даже некроман тебе не поднимет. Сложно чтиво. Монета на кирке катается. Блин, было уж слишком. Похоже, мне придется самому готовить эту чертову бурду. Вот рецепт для этой волшебной бурды Дэйва. Посмотрим. Нужны ингредиенты: кетчуп, пауэрап, чимичури. Тут только
Кетчуп и соус чимичури. Power тут нету. Где же должен быть этот Power Up? Ну, мы знаем, где с вами Power Up. Power Up. Он находится в как... Любимый напиток человека разумного сойдет для рецепта. Запах ужасный, наверное, напиток испортился. Но кого это волнует, ведь не я это буду пить. Что ж, приступим. Надеюсь, у меня правильно получится приготовить все это. Cooking Bad. О, отсылочки у нас все-таки на этого, во все тяжкие. Там даже смурфик нарисован. Так, первое сначала синяя херня. Второе вот эта херня. И напоследок вот эта херня. Херовые пропорции, я понял. Сделаем осторожно и все. Так, и кетчуп. Идеальные пропорции. В смысле? Что за бредятина? Я же все сделал красиво. Все, чисто все по красоте. Сначала синие водички. Зеленой херни. Теперь кетчуп. Двадцать два оставим. Или... Что за рисунок значит? Ну, синий это первое. Не понимаю. Первое синее, второй вот. Давай с обратного начнем. Ну вот, стрелочка двигается, но она не двигается. Я не знаю почему. Двадцать
22, я не могу выставить 22. Я не понял. А почему в обратную систему? Надо, чтобы кастрюля оставала, я понял. Не хочу рисковать. У нас это время. Что ж, теперь осталось добавить секретный ингредиент папаши абсурда. Мустанг будет лучше, когда он подготовит этот фигню. Кастрюля теперь грязная. Надеюсь, что кто-нибудь почистит ее, прежде чем будет ее кое-что готовить в ней. Погнали мы к мустангу отдавать то, что мы сделали. Мистер Мустанг, к вам можно? Нейтан, ты что? Ты чё, Лемминга разозлил? Чё вы там рассуждали, Омега? Или вернее, Эннамега? Дай ему этот бургер. Вот ваш заказ, волшебная пудра, спонсор папаша Осборн. Да, запах классный, спасибо, Нейтан. Сколько раз буду повторять, что это Итан, а не Нейтан. Тебе ждет яркое будущее в музыкальной индустрии, приятель. Я там был, на вершине, знаешь. В тебе талант. И ты тоже можешь занять этот трон. Так, я принят или как? Да? Кайф. И какие тут правила? Сколько платить будете? О них не беспокойся, документы доверь мне. Наверное, ты сказал то же самое Леммингодем в 90-х. Окей, это было сейчас грубо. Пошутил. Больше так не делай, чувак. Будешь тут обедать? Не, думаю, я в бургер Дональдс перекушу. Как скажешь, друг. Ведь это твой первый день здесь. Проведи его смело, как хочешь. Эх. Только к чему это все вообще? Ну что, на этом мы с вами заканчиваем, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!